Всем привет, Blender 2.91. И как сделать именно исчезновение и появление персонажа? Вот задался вопросом, полазил по YouTube, нашел ролик, все нормально работает, простой вариант. Ссылка на ролик в описании, можете оригинальный посмотреть, но давайте его применим именно вот к вальту вот этому. Я его тут уже по пути пускал, нормально бегает, все зашибись. Но мухи чуть-чуть запаздывают. Вот с этим надо еще будет поработать. Итак, как сделать исчезновение персонажа? Выбираем персонаж, заходим в модификаторы, находим модификатор вот этот build. И здесь первый кадр и конечный. Также есть реверс. Если сейчас мы с первого поставим, допустим, появление, это уже появление будет до 30-го, Enter, то смотрим, что получится. Вот бежит персонаж, он как бы появляется. Ситуация, возможно, такая. Он в какой-то жидкости, идет дождь, жидкость невидимую смывает, и персонаж появляется. Ну, где-то так. То же самое можно сделать, если включить реверс. Значит, реверс работает уже наоборот. Это он сначала бежит целый, полноценный, и потом начинает исчезать. Вот где-то такая штука. Точно так же все это дело применяется build к ошейнику, к глазам, к зубам, чтобы персонаж весь исчезал. Так, что еще тут можно придумать? А, также здесь есть рандомис вот этот. Если мы поставим, включим его, то он будет исчезать вот такими вот пикселями. Опять же, можно шейдер смут сделать, и он все равно вот так вот полигонами будет исчезать или появляться. Также можно, наверное, применить будет свечение, сделать анимацию, чтобы вот когда персонаж бежит, и заанимировать именно свет, чтобы свет начинал проявляться после того, как начинает исчезать персонаж. Вот эти вот пиксели, чтобы начинали светиться. Ну, что-то в таком духе. Все, всем пока, до свидания. Вот такая информация.